Hi guys, welcome back to Junris Vlog The Greg. So for today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasibo to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Near Moscow, We Were Not Afraid of the Cold. We did not expect this. Archive of the Wehrmacht War Stories. And credit to the owner also with the video to be remembered. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian video that you can suggest, please drop it in the comment section below to read and respond to you all and make your video request. This is so interesting because we know that World War II, it's more on the area of Russia, especially in Moscow also. And I know a lot of you knows about this war. And please, I would love to listen with you at the comment section. What are your thoughts with regards to this war of Moscow? Because you are knowledgeable enough. And I'm just here to make my video reaction. I will be learning of the history of war in Moscow. And let's get to it, guys. Wow. Thank you so much for this one. Спасибо. Друзья, прежде чем я зачитаю вам отрывки из сборника Гутта Хайнриха, уже по традиции будет небольшое предисловие. Что мы знаем о битве за Москву? Если коротко, то знаем, что наши победили, а по факту не знаем почти ничего. Почти ничего — это не громко сказано, оно так и есть. Я, конечно, не беру в расчет тех, кто всерьез интересуется данной темой, а имею в виду большинство. Старое поколение и те, чья молодость и детство пришлось на 90-е годы, воспитаны на советской версии, тоже довольно лаконичной и простой, которая строится на советском школьном учебнике истории, энциклопедии Великой Отечественной войны, кинематографической классике и таких фильмах Юрия Озерова, как «Битва за Москву». В этих фильмах нам показывают эпизодами бои кремлевских курсантов, действия и трагическую гибель диверсантки и патриотки Зои Космодемьянской, потом сражение у разъезда Дубосекова, героические бои героев-панфиловцев и в основном все. Дальше все ускоряют и упрощают. Летят армады самолетов с красными звездочками на крыльях и фюзеляже, скачут кони, едут лыжники и танки. Немец бежит, вермахт подавлен и разгромлен. Есть вторая версия, та, которую нам внедряют с 90-х годов по настоящее время, версия, на которой, возможно, будут воспитаны наши с вами дети, ведь они почти не имеют другой альтернативы. Версия эта была придумана на Западе, точнее она была придумана немцами, а в годы Холодной войны весь Западный блок ее популяризировал и укрепил, сначала в странах НАТО, а после развала СССР на всем постсоветском пространстве и в нашей с вами стране. Версия, которую на устах заграничных глашатаев стала максимой, не требующей опровержения, гласит, что всему виной русская зима и победоносный вермахт просто замерз в русских снегах, а легкомысленный Гитлер не проследил, чтобы немецкие интенданты снабдили солдат Рейха зимним обмундированием и не подготовили боевую технику к эксплуатации в суровых погодных условиях. Если бы не эти досадные недоразумения, то немцы без сомнения были бы в Москве. Подвигу советского солдата в этой версии почти не уделяют внимания. Как правило, его заменяют поставками по системе ленд-лиза и нападением японцев на американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе, вынудив США вступить в войну и тем самым склонить чашу союзников в свою сторону. Обе версии, что советская, что западная, лишь частично отображают общую картину, и ни одна из них не показывает и половины истинной картины произошедшего. Советская версия опирается исключительно на подвиг нашего солдата, но и его показали лишь эпизодами, сводя все к нескольким боестолкновениям. Понятно, что всего в кино и учебников не отразит, но рассказывать и показывать нужно было как можно больше, учитывая, что на Западе уже сформирована своя версия. А главное, что правды и подробности заслужили сотни тысяч людей, отдавшие свою жизнь и здоровье за победу под Москвой, которая стала фундаментом окончательной победы в Берлине. Западная версия, помимо того, что умаляет вклад советского солдата и командования в эту победу, так еще и отражает только сопутствующие материальные и погодные условия, в которых она была достигнута. Обе версии нельзя считать полноценными.
Благодаря нагроможденным фактам и вымыслам, простому человеку очень трудно разобраться и понять, что по сути именно битва за Москву стала решающей в этой войне. Именно она раз и навсегда поставила крест на немецком блицкриге, перевела войну в иную плоскость, превратив молниеносную войну в затяжную войну на истощение, в тотальную битву, в которую у немцев не было шансов победить. Лишь совсем недавно битву за Москву стали разбирать подробно, раскладывать по полочкам тот грандиозный пласт событий, находя предпосылки еще в летних и осенних месяцах первого года войны, которые приведут вермахт к краху в декабре. Благодаря таким замечательным историкам, как Алексей Исаев и другим его соратникам, интересующиеся узнали про битву за Клин, Калинин, Тулу. Многим стало понятно, что битва за Москву – это не только сражение на Волоколамском и Можайском шоссе, а гораздо больше. Битва за Москву – лишь обобщение, за которым скрывается целая серия сражений, операций, удачных и не очень решений, битва нервов, умов, битва солдат и единственная соломинка, за которую хватались все. Она могла решить исход, если не всей Второй мировой, то очень и очень многое. Ее результатом мог гарантировать успех Третьему Рейху и обречь на крах Советский Союз. Получив такую громкую логическую развязку железнодорожных и автомобильных дорог, нарушив управленческий аппарат и взяв дополнительные ресурсы, немцы бы обеспечили нападение японцев на Дальний Восток, а имея такие возможности, им были бы не страшны ни США, ни Англия. В ходе этой битвы все имело значение. От котла под Уманью, Киевом, Вязьмой, до первой пули, выпущенной советским пограничником ранним утром 22 июня 1941 года, все это внесло вклад в поражение Третьего Рейха в декабре 1941 года. Каждое волевое и результативное действие советского солдата стачивало боевой потенциал немецких войск. Неужели вы думаете, что прошагав всю Европу, а потом пройдя с боями от границы лета до зимы, вдруг немецкого солдата остановил мороз и барахлящий двигатель танка, и они начали бежать, тем самым отдаляя для себя конец уже надоевшей им войны? Конечно же нет, немцы цеплялись за каждую кочку и снежный сугроб, они вгрызались в промерзшую землю, они понимали, что утратив мобильность и лишившись моторов, в заснеженных степях их ждет смерть, поэтому каждый населенный пункт они превращали в маленькую крепость. Частям РКК также мешал мороз, также мешал недостаток теплого обмундирования и проблемы с содержанием техники при экстремально низких температурах, а еще нехватка боеприпасов, запасы которых были расстреляны в первые дни мощного контрудара. Здесь на стороне РКК сыграл опыт зимней финской войны. Немцы имели колоссальный опыт летних кампаний, а наши пусть и не колоссальный, но опыт зимней войны был. Это нужно было использовать, просто необходимо. Декабрь 41 года обернулся для вермахта кошмаром наяву, в который они до последнего отказывались верить. Упорное сопротивление Красной Армии, растянутые тыловые коммуникации и общее истощение немецких дивизий привели операцию «Тайфун» наступление на Москву к логическому финалу. Такая долгожданная и близкая Москва уплывала из-под носа, а фронт трещал по швам и начал разваливаться под ударами разрывающих его советских соединений. Свежие дивизии, подтянутые и грамотно сохраненные советским командованием резервы, ударили в вытянутые и неприкрытые фланги немецких танковых клиньев. Немцы так сильно хотели ворваться на улицы Москвы, что упорно не хотели замечать переброски советских частей, повышенную активность и приготовление для контрнаступления. Последний отчаянный бросок в сторону советской столицы был скорее похож на прыжок в пасть ко льву, чем на наступление. Не обеспечив как следует тылы и фланги, командование вермахта предполагало, что если им так нестерпимо тяжело, то у русских еще хуже и у Красной Армии нет сил больше сопротивляться. За свою самоуверенность и военную авантюру они были наказаны. Мощный удар, беспрецедентное сосредоточение артиллерии и использование преимущества советских тяжелых и средних танков Т-34 и КВ-1, которые могли двигаться по глубокой снежной колее, сделали свое дело, опрокинув немецкие части. Вермахт бежал, бросая технику, тяжелое вооружение. За сутки и часы были брошены рубежи, за которые немцы воевали недели. Это был крах. Что же могло спасти немцев той зимой, не дав превратить болезненные поражения и крах фронта в полноценную катастрофу?
которая могла превзойти по своим масштабам грядущий Сталинград. Гитлер рвал и метал. Немедленно по его приказу были отстранены от командования командующий группы армии «Север» Вильгельм фон Лейб и снят с должности командующий группы армии «Центр» Федор фон Бок. Очень скоро Гитлер сместит даже своего любимчика Гудериана и в конце декабря уберет его с фронта. Замкнув на себе все бразды командования, Адольф издает знаменитый приказ от 16.12.41 года, который под любым предлогом запрещает войскам отступать и оставлять даже самые мелкие и незначительные населенные пункты без санкций и приказа сверху. Гитлер понимал, что если не остановить войска, то бежать они могут и до самой границы, а состояние паники будет только нагнетать катастрофу и увеличивать и так зашкаливающиеся потери в армии. Под угрозой самых крайних и жестоких мер приказ приписывал войскам окопаться, занять оборону на всех участках и стоять до последнего. Основой такой жесткой обороны должно было стать применение тактики «жемчужного ожерелья», создание сети опорных оборонительных и укрепительных пунктов во всех занимаемых войсками вермахта и СС населенных пунктах. Первым делом на передовую в окопы были брошены все до одного, начиная от танкиста, оставшихся без техники, и заканчивая тыловиками, поварами, коптерами, кладовщиками, всех бросили держать разваливающийся фронт. Каждая деревня на пути наступающих советских войск должна была стать мини-цитаделью, каждый дом в населенном пункте превращался в огневую точку. Все лишние и незанятые обороняющимися дома сжигались, в доме вырывался погреб. Бойницы для стрельб укреплялись мешками с песком, а иногда мешками со снегом или льдом, что дополнительно защищало огневую точку от осколков. В домах делались дополнительные настилы из бревен. Под крышей дома даже мог быть вырыт блиндаж, в котором можно было пересидеть артобстрел и после него занять снова огневую позицию. Такие укрепительные позиции можно было подавить либо крупнокалиберной артиллерией, либо прямым попаданием снаряда противотанковой пушки или танкового орудия, что, согласитесь, очень непросто. Укрепительные населенные пункты имели между собой огневую связь, а между ними, как правило, немцы устанавливали замаскированные пулеметные расчеты, что затрудняло обходные маневры и попытки отрезать эту мини-цитадель. Обычно упоминается, что зима мешала только немцам. На самом деле зима мешала всем. Глубокий снег мешал советской пехоте стремительно передвигаться. Завязнув в метровом слое снега, солдаты попадали под огонь пулеметных расчетов немцев. Тылы и артиллерия, которая на первом этапе оказала очень мощную поддержку в условиях недостаточного количества тягачей, грузовиков и глубокого снега, отставала. Советское командование, солдаты и офицеры выполнили очень тяжелую и важную задачу. Вермахт был отброшен от столицы, и ему было нанесено серьезное поражение. Но силы наступающих частей были не безграничны. Войска понесли потери, расстреляв большую часть из запасенных перед контрнаступлением боеприпасов. Не хватало «катюш» и тяжелых гаубиц, чтобы сносить немецкие укрепрайоны. А главное, еще не хватало опыта в подготовке штурмовых групп, которые могли бы взломать такую оборону. Немцы же, напротив, смогли успокоиться, подтянуть артиллерию, начать подвозить теплое обмундирование и хоть какое-то пополнение войск. Вермахт хотел жить и цеплялись в каждый клочок земли. Немцев спас животный ужас при мысли, что они могут повторить судьбу армии Наполеона в войне 1812 года, а советским войскам помешала переоценка собственных сил и нехватка опыта, чтобы завершить разгром нацистских войск. В январе-феврале 1942 года фронт на московском направлении прекратил активное движение, и стороны перешли к позиционной войне. Необходимо отметить, что именно та армия, которая брала европейские столицы, громила поляков, французов и британцев в конце 30-х и начале 40-х, именно та армия почти умерла и под Москвой, и на пути к советской столице. Наиболее опытные и обученные легли в землю и снег от рук менее умелых, но более храбрых и сражающихся за правое дело солдат РКК. Как я обещал, отрывок от Хайнца Гутта, который ярко показывает нам ход мыслей немецкого солдата той роковой для них зимой 41-го. Декабрь 41-го года, город Истра. «Рауш, посмотри, есть ли у нас хоть какое-то дерево, печь погасла. Ты бы спросил, есть ли у нас лекарства?
Мартин не доживет до утра, если не найти лекарства или медика. Я отсюда слышу, с каким шипящим звуком выходит воздух из его пробитого легкого. Если воздух входит и выходит, значит еще держится. Хуже, если он вообще затихнет. Это твой уродливый юмор или безжалостность, которой ты научился на войне, Хойтингер? Не все ли равно? Наш друг в любом случае не жилец. Смирись с этим. А вот мы еще можем пожить, если ты сходишь и наберешь дров. Где я, по-твоему, должен их найти? У русских попросить? Ты знаешь, что мы на окраине этого городишки, и никто не давал нам распоряжения покидать пригород. Все, что можно было разобрать на дрова, уже давно разобрано. Весь последний инструмент, который можно было пилить и рубить, забрали люди капитана Герха, которого я, если честно, боюсь больше, чем русских. Такое ощущение, что за последнюю неделю у него окончательно поехала крыша. Неудивительно, даже до такого деревянного полена, как Герх, дошло, что он скорее здесь сдохнет, чем война закончится в этом году. Пусть лучше сдохнет, мне его будет не жалко, лучше он, чем мы или кто-нибудь другой. Я расстроюсь больше, если умрет какой-нибудь Иван, чем этот сбрендивший Герх. Что ты несешь, Хойтингер? А что я такого сказал? Я за несколько месяцев столько всего видел. Каждый день умирает много отличных парней, и я уже к этому привык. Так что смерть такого капитана, как Герх, уж точно переживу. Да ты просто паник, ты подался пораженческим настроением. Ты где начитался этого дерьма, Рауш? Я вот уже месяц почту и письма из дома не получал. А тебе, похоже, сюда спецзаказом приходит вестник НСДАП? Давай, Рауш, скажи еще, что я подался коммунистической пропаганде. Давай, валяй. Ты рассуждаешь так, словно не веришь в нашу победу. А ты веришь, Рауш? Даже Герхард уже не верит. Даже, наверное, фюрер уже не верит. Но как хорошо, что у нас есть стойкий оловянный солдатик Юрген Рауш, который всегда готов наступать, несмотря ни на что. Расскажи эту сказку Мартину, перед тем, как он испустит дух, здесь у нас на глазах. Расскажи о наступлении русских, и они посмеются над тобой и скажут тебе, что они не закончатся никогда. Сколько бы ты их ни убил, они будут идти и идти. Посмотри вокруг, если видишь еще что-нибудь, кроме белой пелены, что закрыло все, то заметишь, что мы готовимся отступать. Перед рекой, что носит такое же название, как и этот убогий городишко, и за ней тоже, весь до единого самого чахлого деревца. Тебе о чем-то это говорит? О том, что деревья вырубили для того, чтобы согреться. Тогда ты дважды дурак, Рауш, и помочь тебе нечем. Деревья вырубили потому, что местность должна хорошо просматриваться. Когда русские будут накапливаться для форсирования этой реки, мы собираемся бежать из города и отступать за реку. Ты все еще не понимаешь? Ты не первый день воюешь, но так и не научился замечать важные детали, которые много говорят солдату еще до официального приказа. В городе полно саперов, а в грузовиках, что стоят, взрывчатка для того, чтобы взорвать дамбу и поднять реку. Для меня уже этого достаточно, чтобы все понять. Но ты не переживай, Рауш, скоро нас сменят, и нам долго здесь не придется сидеть без дела. Скоро мы заступим на пост, мы с тобой не будем отходить за реку. Нас не зря оставили здесь на охране. Мы будем прикрывать отход нашего полка и героического капитана Герха, который про нас даже и не вспомнит. Холод меня пугает меньше всего. Меня пугают русские, безжалостные командиры, которые готовы мной пожертвовать, и такие фанатичные дураки, как ты, Рауш. До сих пор не разобрался, кто для меня опаснее. Ты все это выдумал, ты трус и пораженчески настроен, Хайтингер. Вот и все, холод подломил твой дух. Мой дух подломило то, что меня уже 2 года заставляют убивать людей, которые мне ничего не сделали. Заставляет идти туда, куда я не хочу, и общаться, и служить в одной роте с идиотами вроде тебя, Рауш. Утром Мартин умер. Рауш пропал без вести после русского артналета, а я смог вести бой, пока не кончились патроны, и бежал по горящему городу в поисках своих. На улицах шел бой, а регарды давали время отступить остальным. Иваны взяли Истру. Я не успел отойти с основными частями до того, как взорвали переправы. Пришлось переправляться через реку одному. Я шел по тонкому льду и провалился под лед, но выплыл. Минуты, проведенные в ледяной воде, не прошли даром. Получил 2-стороннее воспаление легких. В госпитале мне вручили медаль мороженого мяса и сказали: «Не грусти, солдат, скоро снова вернешься на фронт. Ты нужен Германии». Да уж, лучше бы я утонул. Спасибо за ваше внимание, друзья.
Впереди много интересного материала и тайн этой страшной войны. С вами был Дмитрий и канал, что вы помнили. Wow, that's amazing. Oh my god, thank you so much to the owner of the video to be remembered. This is such an interesting hearing that a story. It's like broke my heart. Eternal memory to all the godmothers, godfathers, or the forefathers of the war heroes of the Moscow. Especially Moscow was the strongest in terms of protecting in their country. And salute and respect to all the heroes of, especially in the war during the Moscow war, because they really protected the country. And salute to all the Soviet armies, the Red Army on that time, because they really protected the Moscow, the strongest war that I heard in the World War history, because they really protected and respect. That was truly an interesting, have the highest possession during this war. Really think and organize how to protect in that beautiful city alone, Moscow. And this is truly interesting. I enjoyed listening and watching with this one, because it truly gives you those honor, gives you those like courage of how you truly protect on your country, and much passion and love to your country that you truly, whatever what happens, you have to protect. Imagine on those times, like the bad weather condition, but still be strong, protect in their country. And that's interesting. I love it. And guys, if you really have some additional information with regards to this war of Moscow, please drop it in the comment section. I would love to read with that one so that I will know also. And if you enjoyed watching with this one, if you really want to connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and subscribe also in my channel. This is Junris Blagadag React saying stay humble, super positive, guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect, my second channel, so in the description box below. Thank you so much, Privet, and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.